общем, ёб твою мать. Колпачок. Колпак отвалился, ты чё, ганду? А ну стой нахуй, ты чё, блядь, ебаться решил? Так. Давай сюда нахуй. Короче, блядь, это пиздец. Сейчас, блядь, почти 3 часа ночи. Мы выехали на море. Ну, так было раньше. Ебать, как будто бухой. Заправили полный бак. И у нас течет бак. Охуительно. В общем, блядь, у нас течет бензобак. И мы едем домой. Мы просто выехали, заправили полный бак. И сейчас разворачиваемся, едем домой, потому что, блядь, у нас течет он. Пидорас кончили. Поездка откладывается. Завтра выясним, в чем причина. Я так ехать не хочу, потому что, блядь, я сейчас оскорну где-нибудь защитой. И нахуй сгорю. Вот. Поэтому едем домой. Грустно, пиздец. Завтра, может, покажу вам, что там с баком, что за суета, блядь, вся хуйня. Эх. Бывает вот так вот. Выехал на море, все уже, вон дорога, вот туда хуяришь и ебашишь на море. Мы на двух машинах выехали с кайфом. Но, блядь, так все сложилось, что мы перестроились в полосу для разворота и ебашим домой. Короче, все, блядь. Это уже следующая ночь. Вот. Я забыл вам. Я, короче, забыл камеру, и когда чинил, ничего не снимал, потому что забыл камеру. В общем, просто прокладка на бензонасосе, как сказать, что с ней стало? Что-то с ней стало, короче, и из нее потек бензин. Я, ну, залил полный бак, и потек бензин через нее. Вот, прокладку поменяли, все, блядь, прошло. Теперь, блядь, следующая ночь, теперь, короче, выезжаем. Но, блядь, проблема в том, что у меня двор вот такой вот, блядь. Ну, тут эхо, короче, закрытая территория, большое эхо. И у меня очень громкий выхлоп. И, ну, и сейчас 4 утра, и мне жалко людей, блядь, короче, будить. И сейчас придется толкать машину, блядь, вытолкать ее, блядь, подальше от окон, короче. И потом только заводить ее, потому что на холодную, ебать, тут весь двор проснется, отвечаю, блядь. Вот, так что все, блядь, толкаем нахуй. Слушай, сейчас люди вокруг посмотрим, подумают, что вы Бля, короче, она уперлась глушителем в этот, в люк. Простите меня, соседи, блядь. Я вас очень люблю. Короче, давай садись, сразу поедем. Ай, блядь, я в дверь въебался. Просто слушайте этот звук. Подъезжаем к первому посту, граница с Краснодарским краем, как обычно опускаем стекла, типа мы хорошие, блядь. И пиздец. Самый основной страшный босс. Дальше все попроще, блядь.
его все ебал. Когда тут дорогу сделают, блядь? Блядь, этот кайфует на месте. Ебаный в рот, блядь! 100 лет прошло, блядь! Дорогу сделайте, блядь! Блядь, ненавижу этот участок. Это вот сейчас вот ровная дорога началась, пока я камеру включил. Так вот, как он сейчас показывал, если вам было видно, я вот так вот приехал, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Реально, это ж, сука, официальная трасса, или как она там называется, блядь. Это ж дорога на море, ёба, со всего юга по этой дороге хуярят. Нахуя тут такая дорога? Главное, вот там сделали дальше, после нее, и до нее сделали. А этот участок, блядь, проебали или хуй его, я не знаю, блядь. Полируется, бля. Справа, бля. Да не уже с дороги. Я еще еду, блядь. Я сейчас, блядь, мимикаю, думаю, дебил, блядь. Да ебать, знаешь, в салоне какой звук был, я охуел, блядь. Ебать, короче, блядь, подкрылок на ходу оторвался, блядь, и улетел нахуй. Боксами Россия, блядь, сука. Сука. Ты на хуйня отлетает в меня, блядь. Еще вторая потом хватит. Вторая отлетела? Да. В смысле? Она на два пуска разделилась. Ну да, она ж разъебана. Блядь, а что она отвалилась? Хуй знает. Ебаные дороги, блядь. Путин, сделай дороги. Ебать, я охуел в моменте. Ебаные дороги, блядь. Я, короче, мы хуярим, а мы прям разогнались, наверное, 170. И в моменте подкрылок отваливается, и он же под машину его засосало. А под машиной он застрял же, естественно, блядь. И жесткий шипение, жесткое началось, типа, блядь. Я в моменте подумал, короче, что колесо отвалилось нахуй. Ой, блядь, ебаные дороги. Я подумал, нахуй колесо отвалилось. Я за руль хватаюсь, а ее никуда не ведет, не пойму, что за хуйня. Потом, ну, я понимаю, что это не колесо, я понимаю, это защита, я думал, короче, отвалилась. Потом хуяк, звук пропадает, я в зеркало смотрю, что-то летит там, блядь. Короче, в Весту подкрылок мой нахуй отлетел. И, короче, пизда, надо новые подкрылки хуярить. Этот уже стерся, я ему пизда, бля. Заворачивай. Блядь, старый добрый Кропоткин. Ёбаный ствол, блядь. И вот насколько играет роли, блядь, то, что я поднял рычаги и вылезал лыжи, блядь, что-то гремит. Я скайпом еду, если помните, ну, кто смотрел прошлое видео, когда я хуярил в Туапсе, я тут 40 хуярил, сейчас хуярю 90, ну, 85. И скайпом уверенно можно двигаться, еще плюс то, что я морду приподнял, хотя все равно опасно, блядь. Еще какой-нибудь большой бугор, ой, блядь, и минус бак. Ебать, блядь, вот вам, наверное, не видно на камеру, но тут пиздец просто. Ёбаная дорога, я в ахуе. Вот реально, сколько должно пройти в лет, что должно случиться, чтобы здесь сделали дорогу, блядь? Это просто пиздец, мы как, блядь, на ёбаной тачке едем. Как будто цыгане, ебать, на осле хуярят. Нет, как будто цыгане тачку тащат, а вот так вот. Ебать, вот какие бугры. Вот вам просто не видно, но мы прям ебать сейчас по каким буграм скачем и ничего не цепляем с кайфом. А вот сейчас, блядь, будет. Ебать, ничего не зацепили. Охуеть. Ну его нахуй здесь поеду. Уай, блядь. Конечно. Ебать, мой хуй, это что такое, блядь? Ебать, я тут не смогу ехать, идите нахуй.
дороге, потом буду ездить по правилам, мне похуй. Блядь, что отваливается? Ёб твою мать! Ёб твою мать! Ебать, что с дорогой нахуй? Я в ахуе просто, бля. Бля, у меня просто эмоции, у меня даже слов нету. Это просто максимальный пиздос. Почему только здесь так? Скажете, да, тут фуры ездят, они все разъебывают. Бля, везде фуры ездят, бля. О, мусора. Я не я, хата не моя, бля. Никто ничего не видел, никого тут не было, бля. Ни у кого тонировки не было. Ебать мой хуй. Вай, бля. Бля, наш оглушак нахуй отвалится такими темпами, бля. Все, в общем, дальше уже дорога, блядь, выровнялась, все, заебись. Так что хуярим. Ветерок подул. Сука, им там с кайфом, блядь, под климатом едут, да. А я заебался, блядь, жарко, пиздец. Так, все, ебать, теперь летний вариант, блядь, ебанусь. Короче, бля, мы в топсе. Со всеми доработками, что я сделал в машине, теперь, блядь, этот... Чего я хотел сказать? А, бля, вообще смысла нету снимать дорогу. Раньше я там снимал, когда я цеплял, когда я там что-то еще делал, там вся хуйня. Сейчас же, блядь, я ничего не цепляю, нормально еду. Вот, вот лежак, например. В прошлый раз я вечно его цеплял, сейчас вот я даже не притормаживаю, вот так вот. Для статики, чисто там глушаком зацепил и все. Раньше я его там переползал, передавал. Сейчас же, блядь, как на обычной машине. Чисто глушак висит, если, ну, как это,
я его обратно поставлю, как он у меня раньше застоял. И будет вообще все нормально. Ну, в принципе, я вот, блядь, 15 августа планирую поехать в Москву. Тогда уже буду снимать дорогу, потому что там будет уже интересная дорога. Там платные дороги, бесплатные. Будем, блядь, по платным дорогам проезжать бесплатно, там пытаться. Мне бесит, что мне так что скрипит ебаная спинка. Вот. Ну, в общем, пока будем пытаться наводить суету здесь. Я, честно, даже не знаю, что вам снимать. Буду просто, блядь, просто снимать, блядь. Без идей, без там сценария, без, ну, как обычно у меня, просто, блядь, пиздеть просто и все. Вам рассказывать всякую хуйню. Сейчас, в общем, сначала, блядь, помоем машину, ну, с ними чаю, как обычно. Ладно, блядь, не буду его обгонять. Короче, этот, чё кто сказать? А, с дороги ж тачка грязная. Да ну, ты видишь вообще, куда ты снимаешь? Да. Куда? На тебя. А я тут сижу. Ну. Вот нам за вот этим. Да я знаю, где мой. Где этот? Как будто я первый раз сюда приехал, вот ты мне рассказываешь, куда ехать. Так, блядь, давайте пиздуйте кулю, Сталин. Бля, опять Сланец порвался. И, короче, этот, бля. Надо, чтобы у нас тачка была чистая. Всегда мойте свои тачки. Возможно, ага. Чтобы они были чистые, чтобы все такие, когда вас видели. Ебать, а я сюда заеду? В прошлый раз ты заезжал. А, да? Да. Сейчас у нас бушак висит. Я реально сюда заезжал? Да. Ебать, как я сюда заеду? Я сейчас зависну. Ебать, а как я сюда раньше заезжал? Не знаю. Охуеть, мы там кузов оставили, блядь. Прям жестко. А может, тут раньше по-другому было? Помыть ноги. Че? Как быстро помыть ноги. Да я вон на станции, они заебали рваться, блядь. Пиздец. Да, давай вон. Нож подкинули, как вы сейчас. Носил с собою ствол, носил под ром стволе. Через окно ОМОН, вещь доки на столе. Был суд, был приговор, были сплетни на селе. 7 дней в неделю холода, трисковое филе. Который месяц, уж февраль на календаре. Блядь, нахуй я сюда заехал, блядь. Я не помню, чтобы я здесь заезжал. А, ну да, заезжал. А это зимой же было. Нет, мы еще раз заезжали, когда... Нет, она, блядь, высокая была, сука, я вспомнил. Блядь, вот я долбоёб. Ну, налево. Да, мне бы направо повернуть, а потом развернуться. И мы сюда заезжали зимой, а зимой у меня на проставках она была, блядь, и я пружины менял, на повыше пружины ставил. Она у меня была где-то минус 100, я поэтому сюда заезжал, а сейчас это пиздец. Я не знаю, как мне заехать. Ну, в смысле, заехать это без проблем, блядь, просто я не хочу сильно цеплять, и я боюсь уже, что я скоро глушак оторву, потому что он в ахуе. Я его везде, блядь, бью, прям вот, ну, жестко. Блядь, умылся, сука, вытереть меч. Короче, похуй, хули делать. Блять, вот нахуй он останавливается, он же видит, что я стою. Блять, тут же бордюр еще ебаный. Ебать. Не, кстати, не так уж и страшно, я думал, будет страшнее. Ладно, можно и налево, в принципе. Главное, хуя ты исполняешь, блядь. О, блядь!
стало, ты можешь не летать по всей машине? Арманым, баба, нерде чарчафым? Гердым бу пакеттер, беним дарманым. Сейчас пробую. Сел на Хёна, ебать, у меня Хёндай в кредит, я могу не спеша. Здорово. Я могу не спеша. Да блин, да вот так снимай. Не спеша могу, блядь. Совсем уже, блядь, шутка проебалась. Блядь, ебаные светофоры, блядь. Надо по-любому или нет? Четырку кондёр, думаю, поставить. А, ну хотя. Хуй. В принципе, если бы я здесь жил, блядь, я бы, наверное, поставил бы. А так как, блядь, мне не так уж и часто в четырке жарко, потому что у нас там, блядь, ну, бывает жарко, у нас, блядь, окно открыл, хули, тебе уже не жарко. Пробок у нас таких нету прям, чтобы умирать в пробках от жары. Ну, бывает иногда, но, блядь, иногда. Так что, хуй его знает. Ебать, я думал, автобус сейчас меня въебется. Так, блядь, а ну все съебумку сделать, и вам моя гранта за намерение снимать. Я тебе говорю, сними, ну тут тупица. Ебать мой хуй, бля. Вообще тут застряло. Блядь, все хуйня, мне главное, чтобы я глушак не оторвал. Потому что он такой мразный, бля. Парковка, нихуя себе. А ты заезд, вот это? И меня такие, ебать, нихуя себе. Подписчики мои, блядь, меня бесплатно пустили. 100 рублей экономия, нихуя себе. А кто из них парковка? Наверное, вот та, да? А, нет, там четверка стоит. Так что спасибо, если вы смотрите, спасибо за бесплатную парковку. Звук, но он прям максимально громкий, прям вот, блядь, пиздец какой громкий, блядь, подписчики, блядь, блядь, короче, я здесь нахожусь, сколько мы, ну, несколько часов мы здесь находимся, ну, днем мы приехали,
Того рот, я еще столько подписчиков никогда не встречал, даже не у себя в городе, нигде. Я здесь нахожусь всего лишь, блядь, несколько часов, и, наверное, блядь, человек 15 уже меня узнали, со мной сфоткались там, блядь, если даже не больше, блядь, просто, ебать, каждый, который на меня смотрит, о, Юра, ебать, нихуя себе, блядь, мы там тебя искали, мы там тебя нашли, мы там тебя писали, и, ебать, я, ну, в скольких городах я был, да, узнаю, там бывает фоткаться, там, ну, так, в единичном количестве, или как сказать правильно, блядь, здесь, урод, каждого, кого не встречу, блядь, скутер обогнал, ебать, тормозит, ебать, я твой там подписчик, какой-то там этот велосипед подъезжает на светофоре, блядь, реально. Приятно, конечно, блядь. Ну, ой, блядь, я забыл, я ж на четырке. Приятно, но я, ну, я говорю к тому, что ебать, я охуел. Опять забыл. От количества я охуел, если честно. Походу, у меня одно топсы смотрит. Я наоборот, ну, ожидал, что здесь меньше будет человек смотреть. Но он тоже подпышит, блядь. Ой, блядь, ямку поймал, блядь. Как олученное должно разрывать в клочья. Правильно, рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильно, рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Еще один старт, прямая, падает за горизонт. Есть резон делать музло, и пока везло. Хватает мозгов найти связь между парой слов. Хватает пары слов, чтобы объяснить все. Исписанную тетрадь на антресоль не воспринимаю рифмование строк как ремесло. Хватает мозгов не гнаться за новизной. Если ты со мною заодно, давай руки в озон. Стараюсь не отвечать злом на зло, но бывает по-разному. Увы, я не святой, навел немало мостов. Все неплохо срослось, но частенько думаю о старухе с косой. Алло, Леха, как сам? Нормально все, может, что запишем? Высылаю минусок. Тема. Главное, чтобы не клонило в сон. Как сын, как дочь. Потихоньку растем. В теме с теми, с кем в близких. Вот мой шоу-бизнес. Жизнь и подарок на Крисмас. Мне нет места в Forbes или Guinness. Не ставлю целью поживиться скупленных тобою моих дисков. В случае рамса вывезу и без судебных исков. Моя сила в том, что я играю чисто. You got a pistol, с тобой рядом киски. Знай, гэнгста, я подразбавлю твой подержанный виски. Я не устал писать о кварталах и улицах. Мои болванки крутятся в девятках и крузерах. Эта музыка звучит в плеерах и сотиках. Наши люди сидят на этом, как на наркотиках. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильно, рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Заколоченное должно разрывать в клочья. Правильно, рэпчик должен жечь колонки. Если гонки, то так, чтобы под замену колодки. Если на вершине мира, то на крыше этой высотки. Пузыречек с каплями для глаз в бардачке. Между баком и крышкой бачка нычка. Всего лишь чирик пончика в целлофане и фольге. Все как обычно, просто вредная привычка. Сказать, бля. Я заебался в пробке стоять. Поехали, блядь, сюда. Спецполосе, блядь, с кортеджем. А, пидорас. В общем, что я хотел вам сказать? Я хотел вам сказать... Ебать, видели? Видели! Ебать, они там сидят все укутанные, блядь. Вот такой вот уебанский видос получился, если честно.
расскажу вам почему, блядь. Я планировал снимать, блядь, ну, весь отдых, там, приколюхи, хуюхи, всякую прикольную фигню. В итоге первый день просто, сегодня, ну, в общем, все не по плану пошло. Первый день просто я был уставший с дороги, блядь, с жары, там, вся хуйня. И нечего особо было снимать, просто пошли там покупались, поотдыхали, потом вечером чуть там выпили, блядь, и запиздили спать. Обстановка по кайфу. Бля! Бля, сходи скоро. Блядь! Голый на трассе, блядь. Подписчики налетаем, блядь. Потом на следующий день мы поехали в Туапсе. В Туапсе тоже занимались делами. Ничего такого особого не было, блядь, такого интересного, что можно было снимать. Вечером тоже там с друзьями погуляли и все. Потом поехали обратно в Джубгу. Там тоже, блядь, чуть-чуть побыли, погуляли. Шумить. Да! Все, когда выгнали из номера. Да, мы живем здесь теперь. В общем, не знаю, не было контента. Все должно было быть не так по моим планам. Я, короче, вообще думал это видео не выкладывать уже, но не получилось нихуя нормального, ничего, бля. Ну, думаю, ладно, может, что-нибудь, как-нибудь слеплю. Если вы сейчас досмотрите, то слепил, то все получилось, в принципе. Вот. Сейчас мы в Краснодаре. Сюда тоже по делам зажали. Ну, в общем, я не знаю. И вообще все было... В голове был такой контент. Думал, блядь, три ролика сразу в одной поездке будет. Сразу сниму три ролика. Там, как в прошлый раз, когда я ездил на четырке в Туапсе. Из три ролика сделал, блядь, вроде нормальные были. Хуй его знает. Сейчас вроде что-то не зашло, не пошло. Не знаю, может, я просто устал, просто я, у меня, ну, ощущение, я заебался снимать одно и то же, вот просто, вот я еду, вот я газанул, вот я, блядь, что-то там сделал, ну, мне как-то, у меня такое, начинается какая-то хуйня, как будто я устал снимать одно и то же, и я пытаюсь придумать какой-нибудь новый формат, что снимать, начать что-то новое, что-то прикольное, интересное. Потому что на этом далеко не уедешь, блядь, я считаю. И... Из-за того, что я думаю, я перестаю снимать что-то, блядь. Короче, я не знаю, буду думать. Давай ебанем тут. Блядь, в пробке уже пиздец заебали. Приходится их объезжать по всяким, блядь, полосам. Не своим, а чисто вдвоем, блядь. Как долбоёбы. В общем, не знаю, блядь, понравилось вам, не понравилось, хуй его знает, выложу. Если хоть чуть-чуть зайдет, то, блядь, хуй его, не буду жалеть. А так, блядь, я бы даже это видео бы не выкладывал. Буду что-то думать, придумывать, короче. Давайте, блядь, не заебывайте. Всем спасибо за просмотр, пишите обязательно комментарии, ставьте лайки, там вся суета. Вот, спасибо еще раз, всем пока. Короче, блядь. Проехали 1000 километров, все было идеально. Чисто во двор заехали. Вот на вот эту хуйню чисто, блядь, просто наехали. Ну, глушак, короче, уебался вот здесь вот. Вон, видно, поцарапано. Просто уебался вот так, блядь. И отвалился нахуй. Пизда ему, блядь. Он, короче, видите, как вытянулся? Прям вот, блядь, наверное, 3 сантиметра. Здесь еще больше. А вот здесь... А здесь он, короче, вот тут уперся, блядь. Вот. И не едет нихуя. Сука, она уперлась, короче, вот тут и не едет. И вот там все лежит. Пизда. Бля, я так и знал, я хотел вот тут левее проехать, объехать. Но я подумал, блядь, морда ж задрата. Все, блядь, заебись. Я нихуя ничего не заебись. Так что вот так вот мы приехали. Будем в следующем видосах, в следующих лечить.